На передовій не часто зустріне жінку. Капітан Світлана Лірник – офіцер-психолог. Вислухати, допомогти, порадити – це її робота, адже на передовій кожен потребує психологічної допомоги. З 17 років я поступила в Львовський воєнний інститут, нинішній Львовська академія сухопутних військ. Закончила там 5 років, училась, закончила інститут і після цього попала з 2004 року в війська. Ну, проходила службу по многих частях, на разных посадах, но меня привела судьба в эту небольшую часть Винницы, и здесь я оказалась как бы в зоне АТО. Я пришла от курсанта до офицера, 5 лет будучи курсантом, тоже понимаешь, как эти ребята, солдатики, что они переживают, как им тяжело в наряде, как им тяжело с оружием. Понимаешь, потому что мы шкурой это все чувствовали, мы знали, что это такое. И когда, будучи офицером, ты уже совершенно другой ипостаси, как бы переход с солдата в офицера, с курсанта в офицера, это, ну как, это достижение определенной цели. Я считаю, что каждое звание, которое получает офицер, это как бы ступенька, которую ты достигаешь и получаешь удовольствие от этого. То есть, ну это карьера, это цель. И поэтому, когда наблюдаешь за солдат, которые приходят в армию, которые даже здесь они получают звание, как у них горят глаза, как, вот, понимаете, достижение цели. Ты их понимаешь полностью, это очень классно, это круто просто. Самое главное на передовой быть поддержкой для солдат. Они могут не открыться, они могут не рассказать, но они всегда чувствуют, как маленькие дети, сделаем сравнение, чтобы понятно было, они всегда чувствуют поддержку, они всегда, им приятно внимание. Психология сама по себе очень интересная. А когда видишь, что самостоятельно люди не могут, бойцы не могут прийти к миру обратно. Просто были случаи знакомых, однокашников, с которыми учились, которые чуть-чуть тяжело переносили возвращение туда, в мир. Поэтому как бы для себя я решила как бы помочь. Ведь есть вклад тоже в общее дело. Кто защищает нас на передовой, а кто их здесь готов понять и, ну не знаю, вернуть в душу, в тело. Війна руйнує не лише міста, забирає життя, а й калічить душі військових, які щодня дивляться в обличчя смерті і бачать, як гинуть їх товариші. Психологічна реабілітація почнеться вдома. А тут, на фронті, аби було легше повернутися до звичайного життя, працюють психологи. Підтримати військового, змотивувати на подолання негативу – її службове завдання. Тому зараз так гостро стоїть роль психологічного забезпечення службової діяльності. Реабілітація повинна починатися вже з воєнкомату. Тобто, чоловік розуміє, що він їде куди-то сюди, да? Все правильно в законе прописано, 45 дней должны не проходить как бы подготовку. Вот только после 45 дней, когда они поедут от теплого дома, от теплой воды, от теплых отношений, например, от вкусной еды домашней, они должны пробыть в этих условиях 45 дней учебы, учебки. Они, когда и потом будут ехать сюда в зону АТО, они будут понимать, что надо брать, что не надо брать. Они уже будут знать, куда они попадают. На передовой ребята, в принципе, просто даже пообщаться, не просто между собой, а вот на отдаленные темы, на тему семьи, на тему детей, на тему любимых. Когда они общаются, открываются, оголяются, они слышат себя. И вот только проговорив какую-то проблему свою, они не знают, например, вот как закрылся в себе, как ракушка, он начинает переваривать, начинает думать, начинает, я бы сказала, мыслить нетрезво. Когда они это все выплескивают, они просто слышат себя, что, какая у них проблема. Вот как только они услышат эту проблему, они уже на этот момент знают, как ее решить. Они на этот момент понимают, что это для них главное. Мы просто чуть-чуть помогаем им услышать самих себя. Понять, что для них главнее, понять, как правильно. Вот все, что мы делаем. Психологи должны определять этих людей, вот они сразу видят, кто есть как болевой барьер. Есть люди, которые более склонны к травматизму, да, вот они переживают больше, они могут начать пить, они не понимают, что происходит. Есть люди, которые пережевывают всю информацию, им более легко перейти в мир. Есть разные, просто разные болевые пороги.
И вот когда выявляют людей, они просто начинают делиться. И вот только после этого направлять в разные реабилитационные центры. Вот когда это начнется делать, вот тогда уже, в принципе, у нас не должно быть проблем. Военные психологи, у нас чуть-чуть другая специфика. Мы растем вместе с ними. То есть мы знаем, что такое армия, мы знаем, что такое устав, мы знаем, что такое построение, мы знаем, что такое, извините, марш-броски. Любые вот эти вот нюансы мелкие, мы знаем, что это такое. То есть мне не надо слишком много рассказывать, объяснять ей. Мы понимаем друг друга чуть-чуть, как бы объяснить, теснее, чем люди, которые приходят, не знают. Им приходится пережить за короткое время хоть чуть-чуть чего-то соприкоснуться с армией, чтобы понять. Реабилитация не должна начинаться здесь, она должна начинаться в мире. Но, на мое видение, лучше, чтобы она начиналась с... Если подразделение выходит из зоны АТО, они должны какое-то определенное время, день, два, три, неделю максимум, побыть вместе, чтобы вместе привыкнуть к тому, что уже не стреляют, уже нету никакой подготовки, уже нету напряжения, обычного морального, психологического напряжения. Мы не только переживаем вместе с ними психологические какие-то неудобства, мы переживаем с ними точно так же тяготы и лишения. Мы точно так же, как и они, стоим рядышком, то есть нету барьера как такового. Мое пожелание родственникам, их надо просто по-человечески поддержать. Они должны в первую очередь обратиться к тем же военным психологам. Вот в частях есть военные психологи. В первую очередь родные должны к ним подойти, чтобы понять хоть чуть-чуть. То есть это человек, который возвращается отсюда, это новый человек, это мудрый человек. Это человек, который оценивает ситуацию очень тонко. Мама поддерживает меня, как я говорила, уже всякими методами, способами, словами. Переживает, конечно, но поддерживает. Тобто у психолога військового є ще свій? Свой психолог, своя поддержка. Мои психологи, которые в мире остались, тоже всегда поддерживают. Сыночек мой звонит, постоянно перезванивает, узнает, как ты там. Говорит, главное, дел здесь. Все будет хорошо. Так что вот так вот. У меня есть поддержка, поэтому стремлюсь туда-назад, к своим родным.